Иногда в жизни бывают крутые повороты. И порой эти повороты бывают внезапными и совсем не в ту сторону, в которую тебе нужно. Они просто сваливаются из ниоткуда на голову. Тебе кажется, что их не преодолеть. Тебе кажется, что это конец. Чаша весов переполнена, сил больше не осталось. И теперь раз за разом в твоем сердце всплывает вопрос: смогу ли я это сделать? Тебе кажется, что все теперь настроены против тебя. Кажется, что сил на борьбу больше не осталось. Ты колеблешься между двумя решениями: бросить все или продолжить свой путь, упасть или идти. И если ты это почувствовал, значит, пути обратно уже нет, сдаваться уже нельзя. Потому что это именно тот момент, который поменяет тебя, сделает тебя сильнее. Тебе кажется, что силы уже на исходе, ты хочешь все бросить и сдаться. Но я хочу сказать тебе, что в такие моменты сдаваться нельзя ни в коем случае. Оставайся вовлеченным, оставайся сфокусированным на своей цели. Когда что-то не выходит, пробуй еще, просто делай шаг за шагом. Да, это нелегко, но это того стоит. Это стоит того, чтобы собраться, стать монолитом, идти вперед и никогда не сдаваться. Помни, что пока ты жив, всегда есть надежда и всегда есть шанс. Никогда не поздно что-то предпринять. Сейчас, возможно, далеко не лучшие дни, но это твоя жизнь, ты ее проживаешь, и ты должен просто принять это время. Ведь вся та боль, которую ты уже пережил, сделала тебя сильнее, и эта боль не является исключением. Все твои победы в жизни не происходят из-за таких же побед. Все твои победы происходят из твоих поражений, потому что именно во время поражений ты находишь верную дорогу. И знай, что если бы это было легко, то все бы шли по этому пути. Но этот путь нелегкий, но он того стоит. Терзание, неудачи, боль – это то, что двигает тебя вперед. До тех пор, пока ты не сойдешь с легкого пути, ты не сможешь стать лучше. Никто не сможет тебе помочь. Есть лишь один человек, способный поменять тебя – это ты. И ты должен сделать это для себя. Ты должен встретиться лицом к лицу с самим собой, принять себя и начать свой путь. Мы все иногда чувствуем себя заложниками ситуации. Но что тебе мешает освободиться от этих оков и взять все в свои руки, перестав надеяться на окружающий тебя мир? Ты и только ты диктуешь правила для своей жизни. Ты капитан своего корабля. Только ты решаешь, каким бортом принимать удар и в порту какой чудесной страны останавливаться. Помни о том, что ты никогда не проигрываешь. Ты либо выигрываешь, либо получаешь ценный опыт. Так построена вся твоя жизнь. Каждая твоя неудача становится большим дарованием, если ты воспринимаешь ее как учение. Но многие не хотят смотреть на свои неудачи правильно. Ты не должен отдаваться проблеме, ты должен пробиваться сквозь нее. Какими бы страшными ни были времена, ты должен идти вперед. Прямо сейчас ты должен встать и начать действовать, без лишних слов. Ты должен доказать всем, кто сомневался в тебе и пытался сломить твою мечту, что ты способен на большее. Но в первую очередь ты должен доказать это себе. И это имеет гораздо большую ценность. Всегда помни о том, что боль временна. И если ты сможешь ее перетерпеть, поверь, за ней стоит великая награда.